Тем временем Израиль активно укрепляет границы с Ливаном. Сейчас в стране по периметру сухопутных границ идет строительство забора безопасности. По словам местных властей, он предназначен для защиты от проникновения террористов и преступников. Например, соседняя деревня Ханита уже защищена от недоброжелателей 10-метровой каменной стеной. Само возведение началось еще в январе 2015 года на севере страны. Местные жители встретили новые меры безопасности с радостью. Я жила неподалеку в деревне Штула в течение 35 лет. В последние годы вопросы безопасности очень нас беспокоили. С тех пор, как государство решило инвестировать в такой проект и начались работы, я, мои дети и внуки чувствуем себя в безопасности.